Значит, мы собрались, и теперь мы просто делаем вывод, что это был пробный шар. Они пустили вот эту утку, послали вот этих двух, чтобы посмотреть, аж какая будет реакция народа. Они получили эту реакцию и ушли. С ними была какая-то женщина, представилась какая-то пресса, я не знаю. Нет, Е-пресс-М. Е-пресс-М. Вот. И получается, что она всех снимала здесь, да. Абсолютно всех. Рядом еще был корреспондент, который работает, ну, насколько я поняла, тоже на Европу. Но мне его лицо знакомо, так как он мой коллега по цеху, так сказать. Одним словом, это был пробный шар со стороны ЛГБТ-сообщества, которые пустили эту утку. Посмотреть, какая будет реакция армянского народа на подобные действия. Они увидели и ушли.